Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Максим, ты смотришь? Ну, да. что нужно было? Как раз таки просто такой лютый матч вообще. Я даже не ожидала этого. Они забабахали две шайбы торпеда. И сейчас им нужно забить еще одну. 2 минуты осталось. Блин, я за них вообще. Москвичи такие важные ездили. Очень важно. Так катались прям. Вау. Наши пиццаки, ну все такие классные. Ну я за торпеды болела. Я всегда за тех, кто слабее почему-то. Чё со мной никто не разговаривает? ЦСКА забьёт. Ё-моё. Да нет, я за торпеды, блин, мне их жалко, знаешь как. Они такие молодцы, такие вообще они. Подрались там еще. Ой-ой. Очень хорошо играют. Давай. Вы видели это? Черт! Ё-моё! Да что такое? Ну как так? Ну ё-моё! Блин, мне так жалко их вообще. Я понимаю, что ЦСКА сильнее, но все равно мне так жалко эту торпеду вообще. Очень. Как он так попал? Мог бы и промахнуться чуть-чуть. Маленечко. Взял и попал. Ну, конечно, чуть не обосрались. Конечно, радуются. Ездили там как на прыгуночке. Бывает, что упал по дороге. Ну да, где мне смотреть еще хоккей? А что там в этом, Максим, ты не знаешь? Этот СКА, Динамо, как они? Я, блин, кстати, да, надо пойти. Вот я завтра тогда пойду в этот... На Авангард с Салаватом. Надо посмотреть, поболеть. Нет, я болею вообще за Авангард. Но мы не выиграем. Да. Максим, ты не знаешь, какой счет у СКА с Динамо? Да, вообще, в том случае. Но не там. Конечно же, не у многих команд есть, и может быть в какой-то момент против Ехтинга, торпеда и получалось очень хорошо держать шаг, да, я и против ЦСКА тоже, и на большинстве, но вот последний в прошлом матче 5 минут, и вот сейчас большинство показало, что но все-таки без скорости очень тяжело. Мои маленькие мальчики, не расстраивайтесь. Даже если идет какой-то наброс, то он не опасен и сразу же идет подбор. Давай, мы еще запендюрим, Давай. Да, для кого как. Для меня много голову. Молодец, отбил спиной. Спиной своей. Защищай ворота. Всем телом защищай. Все.
Надулов, это, блин, все эти крутые пацаны. Ладно, давайте.